Всем привет, дамы и господа, с вами Неломок. Мы играем в игру под названием Human Fall Flat. Мы сейчас выберем тут только Russian. Так, и нажимаем игра. Тут вышел новый уровень не так давно, и я хотел поиграть в него. Так, выбор уровня, он назывался Forest, то есть лес. Давайте дополнительные сны перейдем. О, вот он, Forest. Есть он тут. Город я прошел, эти все левелы предыдущие тоже пройдены, есть ссылка в описании на эти уровни. А сейчас будем начинать проходить этот уровень. Не знаю, получится ли за один ролик пройти его, если он короткий, либо же за два, как уже у меня сложится. Итак, поехали. Молочный человечек снова в деле, как говорится. Автомобиль, стрелка, которая нам указывает движение. Мы приехали в этом желтом шикарном автомобиле. Ягоды. О, ягоды. Хочу ягоды. Ягоды, наверное, брать нельзя. Так, что тут, река? Неужели нам нужно падать в реку? Ну, давай, пробуем. О, нет! Я провалился. Нет, значит, не надо было туда в реку заходить. А почему туда стрелка показывает? О, самолет сверху. Ничего себе. Почему? Зачем тогда здесь нарисована стрелка? Стрелка указывает нам не туда, а именно туда. Понятно все, я не так понял направление этой стрелки. Значит, движемся в эту сторону. Значит, идем. Опа! Так, руки вверх. Как тут наверх закарабкаться? Какая-то непонятная доска. Может, ее надо вытянуть? Нет. Какая-то плита. А как мне туда наверх залезть? По камням запрыгнуть, залезть? Ну, я могу тут зацепиться, вот так, например. Туда вниз нельзя. Попробуем с разбега здесь зацепиться. Руки вверх. Нет, не совсем удачный прыжок, я бы сказал. Оп, наверх опять идем. Так. А что же тогда делать? С кустов, с елки как-то на елку, может быть, зацарапаться. О, тихо-тихо-тихо, что-то, кажется, вырисовывается. Я пока вообще не понимаю, как тут надо... какой-то... сверху это штукенция еще. Может... какой-то камень на автомобиле. Чего я его сразу не заметил? Подождите-ка, сейчас мы на машину залезем. Я какой-то... А, мне машину камнем придавило, так что ли? Может, надо его достать оттуда? Он какой-то плотненький. Он не достается, ребят. Я со всей силы пытаюсь его туда выковырять. О, машина двигается? Реально машина. Я могу двигать автомобиль. Я такой даже предположить не мог, что я настолько сильный, что могу машину двигать. Смотри, реально могу машину с места сдвинуть. Наш молочный человечек явно питается чем-то непонятным. Как раз он сумел такие здоровенные тяжести передвигать. Но это нам только на руку. Лезем на капот. Лезем на крышу, и теперь как-то с этого камня... О, нет! Что произошло? Я машину... А я могу, может быть, ее даже еще и развернуть? Вполне вероятно, что я могу ее и повернуть, и машину. Да, реально, я могу ее и поворачивать, как хочу. Это тогда облегчает работу. Сейчас я туда... Попытаемся туда ее приподнять, подвести поближе. Так, и с нее, может, даже с капота или с крыши уже сделать, совершать потом следующий прыжок. Есть. Все, первый уровень, мы, так сказать, сложности тут прошли. Так, тут какая-то карта нарисована. Что же это за карта? Карта местности? Непонятно. Ладно, давайте смотреть, что тут у нас на локации расположено. Есть какой-то пенек. Есть коробка, есть какая-то дверь загадочная, очень загадочная дверь. Загадочней двери и представить себе нельзя. И она, по-моему, закрыта с другой стороны доской, прикрыта, задвинута. Что же мы будем делать? Залезть на мельницу, зацепиться за нее, прокрутиться? У нас есть коробка, наверное, мы ее сейчас будем использовать, дамы и господа. Дамы и господа, наверное, сейчас мы будем ее использовать, но это не точно. Это лавочка. Так, лавочка. Можешь посидеть? О, я и лавочку могу взять с собой. Так, лавочка. Кому лавочка? Кому лавочка? Хорошая деревянная лавочка. Не, скорее всего, здесь все банально и просто. Берешь коробку, подтягиваешь и туда. Ставишь красиво, запрыгиваешь наверх. И все, и уже молодцом себя чувствуешь. Оп, бодрячком такой. Оп, а, оп, подтягивание. Оп, оп, опа, опа. Выход, оп, на две. Так, тут у нас есть такая вот замечательная мельница. Цепляемся. Так, а как же мне теперь от нее отпрыгнуть и туда запрыгнуть, а? Есть контакт! Запрыгнул. Так, что же тут дальше у нас? Можно упасть вниз и там что? Какая-то лом, что ли? А можно попытаться здесь наверх
За... Не, тут вряд ли я залезу. А камень можно сбросить вниз? Может его подтолкнуть? Как-то, да как-то так наклонен. Да, я могу его столкнуть. Так, берем рукой, допустим, одной. Давай, я вот туда. А, я сам упал. Но камень я повернул. И что теперь будет? Что теперь будет с моей белой... О, я могу доски отламывать. Здорово. А здесь ломик есть. Подожди. Здесь есть лом. Сейчас мы его достанем, наверное. Ох, нам хорошо. А что, я должен ломиком, например, эти доски отковыривать? Как этот, как в Half-Life доктор Фриман. Тянем. Не отковыриваются доски. Доски, вы чего? Они этим ломиком не отковыривают. Может, я как-то неправильно действую? Так, здесь какие-то дырки в этой стене. Может, надо ломиком было разломать? Я чуть не так понял задумку. Давай пробуем. Бахнем парочку раз. Бум. Бум, бум, бум. Это туалет, похоже на туалет. Зачем мне нужен ломик? А, тут какие-то доски подкоцанные. Может, он тут где-то задеть? Непонятно, что с этим ломиком здесь делать. Возможно, есть какая-то... О, мы можем наверх тут залезть обратно и по той штуке пройтись. То есть, может быть, тут есть развитие сценария. Есть несколько их, может быть. Так сказал. Ну, в общем, вы поняли, что, возможно, здесь есть несколько развитий сценариев. То есть, мы можем двигаться совершенно разными способами. Но сейчас посмотрим. Может, все-таки ломик нам еще где-то там... А зачем наверх было идти? Ну, через камень, туда. Не знаю, но мы можем туда пройти. Что здесь? Сохранение сработало. Так, у нас есть такая вот вагонетка чудесная. А, знак восклицания. Зачем тут лом? Я пока не нахожу ему применение, но вижу, что здесь у нас знак восклицания. Тут нужны кабеля, что ли? Подпитывать эту всю тему? Не знаю. Есть еще вот такая штука. Это чем-то надо, наверное, тоже... подзаправить. Вот это похоже на какой-то контейнер. Может, мы должны его открыть? Я могу наверх закарабкаться, поглядеть, что внутри. О, блин, какой-то памятник стоит. С чем он? С какой-то... Это у него кирка? Это шахтеры здесь, что ли, работают? Там что-то внутри есть, по-моему. Как это открыть все? А ну-ка. Опа, подожди, реально открывается. Открывается, но те же... Ой, я спиной зацепился как-то, задом. Так, подождите-ка, тут у нас, кажется, кабель. А как это открыть, чтобы... Ой, я туда залез внутрь. Так, одну... А, это один единственный кабель мне подогнали. Короче, дали мне синий кабель. А как мы должны теперь что там соединить? Как мы должны теперь там что-то сделать? Синий. А если я два синих тут подсоединю? Это если попробую подтолкнуть. Ну, давай попробуем. Попробуем. А что, сразу подсоединять кабель? Или попозже? Надо в синюю, наверное, его. Чпунькнем туда. А я не достаю. Ладно, пока кабель уберем с дороги. Попробуем вообще, толкается ли это сооружение чудо-техники или нет. О, толкается. Это хорошо. Это очень хорошо. А, красный кабель сверху. Я заметил. Ага. Понятно мне теперь все. Нам нужно по-любому было там по тем... По прыгунчикам там заниматься. По прыгунчикам. Так, подожди. Сначала давай вставим кабель сюда, в эту дырку. О, что-то замкнуло. Замкнуло, получилось? Я не знаю. Сейчас попроверим тут здесь. Надо тут вставить кабель, обязательно. В синее. А если человек дальтоник? Ой, беда, печаль, ему будет тут на этом уровне. Ломик пока что, помним, что мы его здесь вот отставили. Какой-то крест еще есть. К чему этот крест? Мы какой-то груз должны туда сбросить? Наверное. Толкать можем это дело? Можем. Странно. А может, мы должны тогда что-то скинуть на эту штуку? Не знаю. Но я точно знаю следующее, что мне нужно все-таки попытаться здесь наверх закарабкаться. И все для того, чтобы я сумел... Ой, знаете, что я? Чтобы я сумел кабель достать туда, этот красный. Я знаете, чего захотел? Я так кефира захотел, боже, как раз. Так кефира захотелось. Хочу, ну, такого 2,5% пожирнее. Так что-то кефира захотелось. Это все из этого молочного человечка мне кефира захотелось, наверное. Ой, короче, пишите в чате, кто любит кефир. В чате или же в комментариях где-нибудь пишите. Я не знаю, есть ли такие еще любители у меня, зрители, кто любит кефир. Это все из этого молочного человечка. О! Так, лезем. Оп. Так, и что? Камень я тут скинул. Так, это можно поворачивать, возможно. А зачем? Наверное, нету смысла. Лезем на раз на камень, на два на камень. И что же мы тут имеем?
А тут я не допрыгиваю. Может, это повыше будет находиться штука? А ну-ка, давай, перейдем. Нет, нет, нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая неудача. Какая печаль. Я свалился вниз. Я так старательно хотел найти более высокое положение, чтобы мне был удачный прыжок. А в итоге все развернулось вообще не в мою сторону. Вообще ни разу не в мою. Ну ладно. Попытка номер два. Собрались. Попробуем сразу пойти на правую сторону. Хотя мне не... Вряд ли оно находится... Гляньте-ка, и что, как я тут должен закарабкаться? Тут елка мне мешает. Это как-то очень странно. Но там же где-то... кабель красный, гляньте-ка. И что, как мне поступить? Может быть... может какой-то проход... Нету там никакого прохода. Может надо тут вдоль стенки идти? Может там какой-то проход? А ну пройдемся немного. Так. Здесь было закрыто. А может там нужно ломиком подковырнуть что-то? А куда я лезу? Боже, куда я лезу? Не знаю. Куда-то иду. А зачем я сюда иду? Для чего? Для чего я сюда полез? Тут конец. Тут я вернулся обратно. Может быть ломик нужен? Зацепиться ломиком? Залезть наверх с помощью лома? А как мне сюда лом затянуть, если мне нужны эти прыжки? Одной рукой цепляться, подтягиваться? Тут нужна какая-то коробка, возможно. Может, тут все-таки можно как-то зацепиться? Он не получает. Ой, гляньте-ка, почти. Подожди, у него почти получается. Может, надо мои эти самые колбасные приключения включать? Типа, имеется что? Что мне нужно раскачку делать, возможно. Вот так вот. Как я. И раз, и два, и три, и рукой. Есть, как высоко зацепился. Так. А вторая рука? Вторая рука плохо держится. Давай попробуем второй рукой. И раз, и два, и три. Есть. Ну-ка. Я залез. Я не могу там устоять никак. И что делать? Этот забор мне не дает. Подтягиваюсь. Давай наверх. О, держусь. Все. Елки, кусты, кабель. Все, что мне надо. Подожди. Тут тоже какой-то механизм. А как мне его подпитать? Как этот механизм подпитать? Тихо, доски надо отстегнуть. А что здесь будет? Жди. Вот здесь я открою дверь. Но я не спешу. Там еще один вон кабель синий. Не понял. А может быть я должен был кабель... А там что, тоже кабель? Нет, там что-то просто красная какая-то коробка. Я в замешательстве, честно вам скажу. Ладно, пока что оторвем. Посмотрим, что в этом домике хранится желтым. Поглядим. Так, дом желтый, хранит в себе лифт какой-то. Так, если я нажму на кнопку, попробуем. Она красная, она не нажимается. Видимо, он должен как-то быть активирован. Или нажал? Зашел. И чего? И ничего не... Он поехал вниз! А меня забрать? Ай, боже, что со мной? Нет, меня в лифте задавило. Боже, ужасно. Жалко, молочного человечка. Ау. Так, ладно, мы спустились. Есть светильник, есть кирка. Есть какая-то бочка, которая не тянется. Есть кирка. Я могу ей воспользоваться? Так, она тут, короче, стоит, как будто бы, да, можно ею пользоваться. Ломик, кирка, что еще мне дадут сегодня? Подожди, надо тут как-то достать. Достал. Что я должен ей добыть здесь? О, дверь закрыта. Пока что непонятно. А здесь что? А здесь что? Какая-то крутящаяся штука. И ворота. О, кран здоровенный. И с лопатой чудик стоит какой-то. Так, понял. Ай, зацепилась кирка как-то. Отдайте кирку. Не смейте мне ее забирать. Бежим вниз. Не знаю пока что, куда мне эту кирку деть. А я могу это крутить? Ага. То есть мне надо как-то на скорости тут играть. Нужно как можно быстрее... Бежать вверх, что ли, чтобы туда выбежать? Да, оно обратно отворачивается. И что, я успеть смогу? Это невозможно! Это невозможно, как бы я ни бежал. Может, какой-то нужен автомобиль? Подпереть киркой можно попробовать. Как вариант. Подождите, но может быть мы слишком спешим с вами, с нашими прохождениями. Подождите, тут что-то еще есть. А ну-ка, тут что у меня? Опа, камень. Динамит. Похоже на динамит. Камень я нашел. Может, камнем там подпереть? Доски. А куда это меня выведет, я примерно представляю себе. Но сейчас убедимся в этом.
в эту сторону не открывается, а в эту... О, вот, куда я... Коробку взять! Еще коробку можно сюда затащить. Лавочку можно забрать отсюда также. То есть мы себе открыли проходку, скажем так. Проходочку для себя открыли. Камень, доски, а это... А это не динамит! Это удлинитель! Это переходник из красного на синее, синего на красное. Если у меня будет множество кабелей, это переходник, ребята, реально. А зачем я его сюда снес? Это переходник, мы можем менять... А я тут не могу открыть это? Мне нужно, наверное, было эти как-то ворота поднять с той стороны, сюда прокатить, забрать кабели сюда, что ли. Тут еще доска какая-то сверху есть. А что она тут делает сверху доска? Если я заберу. Ну, видимо, тоже как-то можно это все подпереть. Все мне тут подают всякие предметы, чтобы тут и поставить, чтобы эта штука не крутилась. Я так подозреваю. Оно задумано. Я подозреваю, что так. А и как мне теперь этим всем? Ну, допустим, кручу. Подымаю. А потом что, доску подставить? Оно должно доской при... О, уже застопорило, смотри. Оно... Куда ты... О, все, застопорилось доской. И мне, по идее, проход открыт. Да, оно теперь не задвигается. Но меня это дело не устраивает. Мне нужно вернуться обратно. Тут еще фонарь есть. О, фонарик можно... Носить фонарь, подсветка. Может, нам еще фонарь понадобится? Может, там где-то будет темная локация, какая-то пещера? Будем помнить, что у нас еще тут есть фонарь. Хорошо. Я предлагаю вернуться обратно и справиться с тем, чтобы мы сюда кабели принесли. Оно должно щелкнуть. О, щелкнуло. Быстренько в кабинку. Сейчас будет то же самое, как в тот раз меня задавило. Оно пару секунд стоит, ждет, пока зайдет пассажир, а потом уже меня поднимает. Значит, мы должны сейчас те красные ворота, красные доски горизонтальные попытаться снять. Снять мы сможем их благодаря тому, что у нас есть кабель вот этот. И плюс вон там еще что-то неразведанное. Телевизор стоит какой-то. Еще один кабель синий. Но я не знаю. Мне хочется, конечно, хочется. Но хочется больше. Давайте начнем с того, что мы кабель сможем сюда в любом случае поднять через лифт, если я открою вот здесь все. Вот у меня здесь эти ворота. О, еще один красный кабель. Опа! Так это не единичный случай у нас тут оказывается. Ага, тогда этот кабель не трогаем. Пускай он здесь будет. Если он здесь лежит, значит, его надо было. А мы попробуем сейчас этим кабелем воспользоваться. А ну-ка пойдем. Так, аккуратно. Спускаемся. Ниндзя не ломок спускается. Молочный ниндзя не ломок. И крестный, прекрасный крест подозрительный. О, памятник. Это вот как его, шахтера с киркой. Вот здесь я хотел этим всем делом воспользоваться. И подпитать вот эту штучку. Сейчас мы тут ее подпитаем и глянем, какой будет результат. Раз. Так. И... О, вот это мы должны подпитать сюда. Есть ворота. И теперь вопрос. Большой-пребольшой. Если мы отсоединяем, ворота обратно падают? Или уже вечно так будут тут висеть? Сейчас мы это протестируем. Допустим, кабель отсоединяю. Ворота остаются поднятыми. Это большой-пребольшой для нас плюс. Потому что мы можем, в принципе, двигаться дальше. Вот это тоже платформа здесь неспроста. Я так понял. Мы можем с нее туда наверх забраться, в принципе. Так, попробовать посмотреть, что там. Мы попробуем сейчас. Подтянем. Ворота я открыл. Это уже здорово, что я приоткрыл эти ворота. Наверх. Чик, чик. Оп. А тут теперь, по идее, тоже должен зацепиться. Руки вверх. Оп. Есть контакт. Что здесь? Тут кто-то... А, зефирки кто-то себе плавит. Зефирки на костре кто-то плавил. Гляньте-ка, я тоже могу зефирку поплавить. О, тепло и уют. Получено достижение. Я зефирку поплавил. Ха-ха. Мне достижение даже какое-то засчитали в стиме. Нормально. А я себя сжечь могу? Да здравствует огонь. Тут такая типа место для того, чтобы ачивку заработать. А эту доску я с места сдвинуть. Это как лавочка, понял. Не смогу. То есть мы сюда попали чисто для того, чтобы ачивку заработать, достижение в стиме. Так, понятно. Значит, нам нужно все-таки двигаться дальше в эту сторону. А, кабеля, скорее, ломик есть. Непонятно, так я и не понял, для чего мне этот лом. Кабеля мы можем тянуть вот сюда. И у нас есть переходник. И у нас уже тут есть доска. У нас есть кирка, непонятно для чего. Может, это всего-навсего для красоты сделано?
у нас есть кабель один сверху, а может здесь надо будет много кабелей, и нам в итоге все кабели притащить сюда, чтобы головоломку разгадать какую-то. Так, тут у нас кабель. А зачем я его сюда принес? А вопрос, то есть не вопрос, а дело пока что остается открытым. Тут ясно, что тут надо будет что-то разрушить. И, наверное, конец миссии будет, если мы там разрушим все. Ладно, пока непонятно. А кабели, мы все, что у нас есть, можем поднять наверх. Но нужно ли нам это? Это пока что для меня еще остается вопросом. Я не уверен, что это надо все туда тащить. Но кабель могу взять. Потому что тут его потом... Тут его применять больше негде. В принципе, может быть, и эту штуку, и кирку надо с собой сразу же забрать. А для чего мы вообще тогда это отдело открывали все? Это ж неспроста. Может, там сверху просто была какая-то в лифте... Ну, там же кабеля были. Там был какой-то... А, там еще ворота какие-то были. А, подождите-ка. А тут мы можем перепрыгнуть... Подергать краном, разрушить эту фигуру. И что мне это даст? Тут еще есть такой вот этот самый ездящий транспорт. Может это просто ачивка какая-то? А мне нужно... Ну, я могу попробовать ее выполнить. Попробуем прыгнуть. Оп. Так, сохранение произошло. Есть бомба, есть вот эта штука. Можем подвинуть это вот... Вот это вот. А может, когда мы разрушим, там что-то внутри в нем окажется? Какая-то важная для нас штукенция, которую нам нужно будет использовать. Вот видите, тут есть памятник. Из песка, из камня выточенный. Памятник с лопатой. Нам сейчас нужно, по идее, залезть на этот кран и им разрушить это все дело. Я так понимаю. Попробуем. Баба, разбил. Бригада по сносу. Достижение выполнено. То есть да, это всего лишь мы достижение выполнили. Никакой задумки глубокой не было в этом всем деле. Так, надо попытаться наверх залезть. Вот, залез. Двигаем. Теперь в другую сторону попробуем бахнуть. Что мы там разобить сумеем? Ничего. Он врезался просто банально там во что-то. В эту сторону. А там какая-то... А, подождите-ка. Может быть, у него есть возможность еще ездить, двигаться? А если я вообще в этот... О, все, максимум повернул. А может, мы должны этим еще этим шаром разбить стену? И не знаю пока что. Ой, рука. Цепляйся. Залазь, говорю. Не хочет залазить. Попробуем аккуратненько цепануться. Оп! Сам по себе... этот... Его трактором. Он сам по себе не двигается, я смотрю. О, все нормально, как я и предполагал. Я стенку пробил. Так, а наверх зачем? Я теперь наверх хочу. Там наверху я что-то не сделал. А что это мог наверху сделать? Не знаю. А что тут? Я стену разбил. Разбомбил ее. Просто навзничь, бабах. Сделал бабах, маленький бабах. Так, тут у нас просто какой-то жилой квартал. Смотрю, окна. Люди всякие добрые, недобрые. А, мне что, в окно нужно запрыгнуть? Не знаю, но я вижу, по-моему, нужду в том, чтобы это все расчищать. Это все нужно расчистить. А музыка какая торжественная. Как будто бы я не знаю, что совершил. Какой-то подвиг Геракла. Мне нужно это все, наверное, растащить, расчистить и провести туда этот транспорт, и чтобы он тут остановился, и я с него запрыгнул на эту штуку и тут туда перепрыгнул, так что ли? Пока что других вариантов не вижу. Мне обидно то, что я там сверху, вот там, эти кабеля там пооставлял. Там можно было тоже как-то их соединить все и что-то сотворить крутое. Не знаю, там какой-то, может, проход какой-то открыть. Но это точно надо тащить в эту сторону. Но и тут остается загадкой. Если я сейчас буду тут его, этот вот тележку тянуть туда, получится ли мне сразу я вот так вот тяну, если я буду так ее тянуть, получится ли ею расчистить дорогу себе? Или надо все-таки эти камни убирать все, чистоту наводить? Потому что если оно сейчас будет очищаться само, сбиваться с пути, то лишняя работа. А видите, не пускает. Все-таки завал не дает мне возможности проехать. И приходится теперь вот так все-таки это все подчищать. Иначе ничего не выйдет.
Иначе я ожидал, что а вдруг у меня получится машинкой на таран пройтись и все эти блоки порастягивать. А не тут-то было. Но это не машинка. Это, скорее всего, платформа деревянная на колесах от поезда, скажем так. Может, какой-то недостроенный вагон товарный, может быть. Что это такое? Ну, что-то такое, да. Так, вытянул еще одну деталь. Так, можно в ту сторону растягивать, если там место есть, в принципе. Тут больше камней, как по мне, валяется. Но мы немного расчистили. Может быть, это, может ли быть так, что этого уже хватит? Вот этот большой камень мне не нравится, честно говоря. Если удастся его подтянуть, то сейчас я его сейчас тут уберу. Так, и как бы тогда... Вот так вот чуть-чуть. О, может, и будет зацеп за какой-то из камней. Но тогда уже будем по ходу дела смотреть. Но более-менее расчистил. Поехали. Топ-т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 оп. Как он идет смешно. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так, все. А почему остановилась машина? Что застопорило? Подожди. Давай посмотрим. Оп. Ай. Так, есть. Давай это... Уберем тоже. О, да что ж ты... Да что ж такое? Иди сюда. Не получается. Он сейчас у меня начнет кефира, может вот это самое делать. Дела. Бедный мой молочный человечек. Давай. Едем дальше. Так, главное, чтобы оно сейчас на меня не упало, эта тележка. Я так долго старался, чтобы ее сюда доставить. Так, тележка на месте. Теперь я с нее могу, по идее, запрыгнуть на фонарь. Так? Или так? Прыгаем. Оп. Ура! Тарзан! Отпускаемся. Сохранение сработало. Я здесь, я тут, я пришел. Так, тут у нас ступени, которые разрушены. То есть мы, наверное, туда никуда не попадем. Здесь у нас есть кирпичи. И что же это значит все? По одному кирпичу можем забирать? Или как это работает у них? А, это просто, они все в куче, мне нужно по кирпичам, наверное, наверх карабкаться. Или как это? Ну, по-другому тут каких-то других еще вариаций я пока что не вижу. Тут какая-то пещера, что ли? Ладно, лезем наверх. Раз, подняли руки вверх. И два, оп, есть контакт. Теперь что? Сюда. И зачем я сюда карабкаюсь вообще? Для меня пока что загадка. Там какая-то платформа. Платформа. А здесь тоже как-то можно туда попасть. Подожди, самолет. А с самолетом я вообще никак не взаимодействовал еще пока что. Ладно, прыгаем пока что. Топор. Подожди. Я этого не должен упустить. Тут лежит топор и дерево сухое. Но это ж типа ненормально. И такое еще типа оно немножко подрубано. Но это ж как бы разработчик как бы намекает. Пацан, давай возьми топор и бахни по дереву. Как бы намекает. Надо его поднять вначале как-то. Так. Взял он его? Ну, не знаю, попробуй, махаем. Бум. И он как бы хватает за дерево, не так, как мне нужно, хватает. О, взялся вроде за топор. Поехали. Бей его. Бум. Бум. Почему он не рубится? Эй, рубись дерево. Ну, я не попадаю по моему лезвию. Нет, сейчас сам с обрыва свалимся. Нельзя. Аккуратно как-то. Блин, а как он? Ну, оно не... Ой, ёшкин, смотрю. Ну, не попадаю я этим лезвием. Тут дело в том, это же не какой-то там этот самый Surgeon Simulator, где нужно топор грамотно взять. Бум. Ну, не знаю. Ребят, я пытаюсь, но не рубится. Может, я как-то криво бью? Может, я как-то сильнее? Оно не бьется никак, ни в кую. Ну, его в баню, я так буду до пенсии бить. Короче, давайте так. Сейчас залазим наверх на эту высоту и будем видосик завершать. В принципе, серия на полчасика, считаю, была достойная. Мы всякие головоломки разгадали. Неплохо. Нет, могу зацепиться. В принципе, а следующая тоже будет на полчаса. Либо я, может, ее растяну на больше, чтобы до конца пройти. Посмотрим. Ну, я тут во многих моментах еще не разгадал. Может, даже будет больше, чем две серии. Посмотрим. Но мне кажется, что здесь... Можно еще что-то придумать. Так, рука одна плохо захватилась. Так. Ну, есть. Оп. Ну и куда? А что она скользишь-то? Чего ты скользишь? Цепляйся. О, есть.
Так, и что? Куда это я закарабкался? Коробка есть вон там одна. Есть такая мельница. Вот там самолет. Тут еще полно контента. Короче, тут еще полным-полно всего, чего можно хорошего сделать. Хотел бы какое-то сохранение получить. Так, ну я тут... Вот пришел. Я не уверен, что я буду прямо с этого момента начинать. И обидно. Тут что, до сохранения бежать, что ли? Самолет. А зачем коробка? Может быть, чтобы залезть туда наверх? Может быть, чтобы закарабкаться туда наверх? Только сюда вниз ни в коем случае коробку нельзя. Наверное, чтобы залезть туда, к этой мельнице. Вот коробка. Наверное, тут надо ее сбросить. А я сам с коробкой застрял, походу. Нет, да? Бумц. Вот здесь может, чтобы залезть наверх по этим вот... Что... О, тут такая платформочка деревянная, как бы намекая, да? Что вот тут, мол, ставь коробку, и будет тебе счастье. А ну... Не удается. Так, подожди. А как... Ну, не выходит. Вверх. Лезем. Оп. Даже... А почему не цепляется? Он скользит у меня. О, тихо, залез. Так. Все, иду до сохранения, последующее сохранение, и все, и будем уже завершать. Там больше, чем полчаса уже, но ничего страшного. Так, этот мост нас не интересует. Что тут за домик такой? Что за домик? Непонятный домик. Так, мельница. Ну, вот эта мельница, кажется, должна нас на ту сторону как-то переправить. Ну что, цепляемся? И чего? Она камень стоит. Она застопоренная. И чего это все значит? Я могу ее освободить? Мельницу спасти? Мельница, я тебя спасу. А, нет, не спасу. Извини. Я думал, что я тебя спасу. Походу, нет. Я на самолет пришел. О, сохранение. Все. Самолет разрушенный почти. Но если это концовка, то будет печалька. Но в любом случае, я хотел бы еще посмотреть на той стороне, что там. А, там еще... А, нет, это не концовка. Все нормально. Увидимся в следующем видеоролике. Мы играли Human Fall Flat в этот самый... Во что? В локацию под названием Forest, которая... А, это не рабочий самолет. Forest, да, лес называется локация. Human Fall Flat игра. Ссылка в описании на плейлист. Я называю молочный человечек. В общем, такие дела. Увидимся в следующем видосе. С вами был Неломоб. Всем пока-пока.